Всем привет! После выхода Watch Dogs у некоторых бывают проблемы с запуском игры в системе Sly от NVIDIA. Что ж, я решил эту проблему, сейчас я покажу как. Первое, что нам нужно? После такой вот ошибки, когда выходит, первое, ставим разрешение прав администратора в ярлыке. Ставим везде полный доступ на всех аккаунтах. Нажимаем ОК. Далее. Заходим в панель управления NVIDIA. Заходим в настройки параметры 3D. Вот у меня слайд стоит, максимальная производительность. В параметрах панели управления 3D выбираем Watch Dogs из списка наших игр. И если у вас слайд система, то она будет стоять и рекомендуется NVIDIA слайм. Ставим 1 ГП и... сразу игра запустится, но производительность, конечно же, потеряется, ведь нам же нужны две видеокарты. Смотрим, она запускается с одной ГПУ, как мы поставили. Да, все работает, то есть проблема ушла. Но нам нужно, чтобы работала слайд. Второй вариант. Возвращаем настройку слайд ГПУ. Ставим настройку 3D приложения. Применяем. Входим в панель GeForce Experience. Выбираем нашу игру. И оптимизируем. Она оптимизируется. И запускаем игру. Все прогружается, все работает. На этом все. В принципе, всем спасибо. Пользуйтесь, играйте, проходите и смотрите мое прохождение.